Это примерно тут 10 миллиметров, делай 9. 1 миллиметр не достаточно. Примерно вот так вот показывает. А потом другая сторона. 18 миллиметров. Тоже вот так вот отметил. У меня есть немножко гильотина другая, но отметил у меня, немножко иначе. Как вы придумаете. Да. Главное результат. Да. А гелатина к этому станку есть. Место есть там. Вместе? Я. Она идет в комплекте. Комплект идет. Да. Вы эти конти чистите, шлифом таким вот немножко. Если мы вот старые пилы, чищу вот даже вот с этим. Ага. Диском. Не. Это просто. По металлу. И по металлу, по-моему, да. И по дереву. Есть вот такие жесткие, он уже не подходит. Он такой жесткий. Мелче поделить. Ну пускай он сам вкладывает. Да, вот. И теперь надо поставить промежуток. Ну так 6,5. 6,5. Я тоже даже дописал по шкале, только 5 было. А, по шкале было 5. И посередине. Неважно, тут он. Тут не так. Понял. Так. Другой посередине. Ровность. Вот, лучше вот немножко вот отпустил, чтобы он не поднимался. Удобнее просто. И довел, и уже зажал. Ну да. Ставим на 0. Отходите. И теперь держите, пока все кончится. Да, ничего отпустил я. Не вышло у меня это. Нормально. Не, этот. А, ладно, сейчас мы. Сейчас и переставьте на Оджик. Так. Ну можете вот просто его прочистим и все. Я знаю, что. А если тут остаются эти вот, потом влезают в электрод. Самая легкая работа, да, затянить здесь. Тут я виноват или линейка неправильно стоит? А может быть линейка, но не важно. А мы когда сняли, вот эта линейка уже не то, что стояла. Теперь не важно. А так-то надо смотреть обязательно. А, ну таким сделать, да. Ладно. Тоже посередине, правильно? Да. Медленно крутить, да? Да. Лечь четненько. Еще вот так. Я даже здесь вот так. Вы опытным путем все сделаете. И опять сама рела, она пока, я. И если вот так немножко. Вот, да. Еще чуть-чуть надо придержать 4-5 секунд на ровной температуре. Ко мне было больше было, да? Но тут было больше, я видел. Ну потому что где-то что-то сняли. Да. Немножко выдвинуть и еще раз, чтобы там немножко было, да? Да. Угу. И вот уже достигаем примерно вот. Угу. И вот будет немножко краснеть, я сейчас чуть-чуть уменьшу, чуть-чуть. Угу. Вот, чуть уменьшил. Да.
И потом плавно. Плавно, да.